Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас очередная прокачка, прохождение на бездонатном аккаунте. Будем открывать кучу плюшек, которые мы получили и сейчас получим. Так, что тут у нас? Карта богатства, рейды. Так, войди в игру. Сегодня я как раз забираю очередную порцию сундучков и надо будет их открыть. Сегодня у нас дают третьи сундучки, где можно вытащить обалденные плюхи. Так, забрали мы это с карты богатства. Ваши подарки. В общем, будем пробовать, а вдруг повезет, вдруг мы вытащим отсюда сегодня имбовый талант исцеления. И придется мне опять же тыковку перекачивать, не буду я жалеть ресурсов, у меня там вроде кулаков хватать должно, если не хватает, буду копить еще усиленнее, потому что мне надо исцеление, как и в принципе всем. Так, давайте быстренько. Что-то я тяжелого Дракулу взял, да он меня сейчас тут вжарит налегке. Ладно, быстренько сейчас квестик закроем. Надо, кстати, позабирать будет скины. Так, отлично. Напишите в комментах, кто вытащил, кому повезло с вас вытащить исцеление сундука. Шанс, конечно, есть, не видно, он невелик, но с сундуков реально падают очень обалденные темы. Так, тут слабенькие противники, можно выпускать всех. В общем, испытаем удачу. У нас по плану еще сегодня пройти еще одно древнее испытание, следующее. Я на предыдущем немножко намучился, но я качну имбушку себе, и я буду ее использовать на битве гильдий, потому что в моих топах есть корявые расты, вот такие вот с дырками, где можно будет использовать очень круто Атланта. Просто Фрея. Фрея, а не песня. Песня, а не Фрея. Обалденный герой. Не жалею нисколько, что прокачал. У кого есть Фрея, качайте. Будет намного меньше проблем и с фармом, и с остальными локациями, и с битвой гильдий. На PvP локациях тоже благодаря ей я намного дальше начал бегать. Ну и землеройка, конечно, хорошая. Вот сейчас в раздумьях насчет того, делать эволюцию землеройки или нет. Потому что на PvP локациях он очень крутой, особенно в забытой. У меня медузка есть тоже классная уже прокачка у нее. Так. Улучшаем питомцев. Нам зря ману терять. Так, что тут у нас карта? Получили. Следующая будет аж через 5 минут. Так, нам надо еще один рейд выполнить с магией. И, в принципе, закроем квестик. Так вот, заморозку кинем на них. Надо, кстати, заняться прокачкой зданий и накопить на двух строителей, потому что без строителей реально будет сложно дальше бегать.
и качать здание. Время теряется. Так, отлично. Пополнить. Получить. 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 Отлично. Квестик закрыли. Для чего мне смены? Почему я их скупаю? Вот смотрите, плюс 300 самоцветов. Так, хоть у меня тут 5-е СУ, оно мне нафиг не надо. Так, просветик у нас упал. Так, что я делаю? А, не туда залез. Вот теперь отлично. Плюс 300 самоцветов. И таким образом можно выполнять, пока там у вас есть лимиты. Вот так я стараюсь 3-4 квеста в день делать. Их-то там 600-700 самоцветов есть. Так, отлично. С этим разобрались. Поехали дальше. Получить, спасибо. Потом у нас по КГшкам по чуть-чуть копятся, надо будет. КГшек накопить на эволюцию. Так. Что у нас здесь? Скоро пропадет. 2 дня осталось. Таблетку мне дали. Спасибо, IGG. Что тут такого? Скин я забрал. Скин на хранилище. Как вариант. Это у нас скин на что? На золотую шахту. Ну, и то надо, в принципе, забирать. Так, 8 забрали. Остальное потом заберем. Ну что, поехали, попробуем плюшки открыть. А вдруг повезет сейчас. Что тут у нас за плюшки есть? Давайте так, сундуки. Поехали. Конечно, плюшки смешные. Давайте начнем. Что у нас, сундуки гильдии? Их нафиг надо тоже все открыть. Зачем ресурсы хранить? Так, сундук лабиринта. Ну, такое себе. Так, это лава. Кстати, надо будет зафармить лаву. У меня попытки откатились. Вот, 2 карточки. Отлично. Так, карта смены. 5 книг и сундуки с форта. Карта смены. И опять же, больше ничего такого веселого. Ну, пропуска тоже, в принципе, неплохо. Так, 40 есть. Ну что, поехали дальше. Самое интересное будем сейчас открывать. Сундучки самые топовые для бездона. Так, тут у нас что падает? Тут можно грубую силу вытащить. Но самое основное — это рунки. Открыть. Так, 30 камней. Ну, такое себе, но нормально. Камни аугментации, то, что мне надо, экономия. Рунки тоже неплохо. И еще раз рунки. И еще раз. Воу, 3-я карта. Отлично. Ребята, сейчас будет трэш. Так, кто нам отсюда надо? ПБшка, Афинка есть у нас. Может, даже не помню, кто там у нас. Так, Бигфут есть. Ну, неплохо было бы, конечно. Башку отсюда вытащить. Да, это было бы неплохо. Башка, заклинательница, рибит. Ну, заклинательница, рибит такое. Ладно, поехали дальше. Самые интересные сундучки. Карты смены чар. Ну такой. Есть, ребята! Вот так вот. Можете меня поздравить, у меня теперь топовая тыковка будет. Всем желаю точно так же вытащить исцеление. Обалденнейший талант для тыквы. Просто изи, ребят. Поехали дальше. Камешки. Ну, знаете, после того, как все это выпало, это уже не важно.
Самое главное, что у нас есть исцеление. Так, Атлант, Купидон, повторочка, смерть, паладин. Так, ну что, давайте, надо ПБшка. Бигфут, ну тоже повторка, тоже хорошо. Фух, ну что, поехали делать топовую тыкву. Скина, к сожалению, у меня нету. Но это такое, это все фигня. Самое основное, это то, что у меня есть топовый талант. И мы сейчас его постараемся прокачать на максималку. Так, обмен славы. Ну, тут ничего не сделаешь. Придется купить 8 камней. Я ради такого пожертвую. Ну что, первая 9-9, ребят, на аккаунте. Такая вот у меня тыковка завелась. Просто кайф. Сейчас будем проходить локации с вами намного быстрее. Поэтому не пропускайте эти сундуки. Это реально очень-очень обалденная акция, где можно получить, по сути, на халяву обалденных героев. Так, ну давайте попробуем древние зафармить. Древние испытания. Поехали. 18-е. Так, что у нас тут есть? У нас тут опять есть некрос. Не знаю, доживет ли Атлант. Красавчик. Атлантик у нас красавчик просто. Так, отлично. Теперь откуда мы будем разгоняться? Укротитель. Мы будем отсюда пробовать. Через бульдозеров злых. Очень злых бульдозеров. Но тыква, тыква просто на высоте уже. Обожаю эту тыкву теперь. Посмотрите, что она чудит. Вот это, ребят, вот это самое топовое, что надо сделать на любом дисдонате. Это вашу тыкву проапгрейдит именно вот так. Да, блин, ну, конечно, мы не пройдем сейчас, нас сольют. Но это все фигня. Самое главное, что мы тащим. Так, у нас что, смотрителя даже нету, что ли? Я состав взял. Так, красные, что там против красных? А, мы кого-то случайно убрали. Или рогачку поставим. Короче, обалденный день сегодня, ребят. Просто круто. У нас получилось это. У нас это получилось теперь. У меня топовый один герой есть, это очень круто. Ну, без Атланта я вам скажу. Ай-яй-яй-яй. Ничего себе. Ничего себе. Посмотрите, как. Перед этим затащили нормально, а сейчас фиг там. Да вы что, издеваетесь, что ли? Атлант станется. Непонятно, не понял я. А ну еще раз, Атлант у меня не должен станется. Что за фигня? Посмотрите, что они чудят с моим Атлантом. Это просто ужас. Давайте пожертвуем рогаткой. Ради такого пусть сольется. Успеет? Блин, не успел. К сожалению, не успел. Бум-бурум-бурурум. Видите, не успевает включаться. Вот так вот даже бывает. А мы сделаем вот так вот. Чуть-чуть попозже выложим. Так, отлично. Отличненько. Ну, жалко, конечно, рогатку, но ничего не сделаешь. Так, ну это я тупо сделал, что я кинул сразу же напротив всех героев. Надо было их сбоку запустить. Да, без тыквы опять сейчас будем тут лапку сосать. Ну ничего страшного, я в любом случае теперь уверен, что мне теперь намного легче будет все проходить.
Жалко, что приходится из-за смотрителя. Ладно, попробуем сейчас с другой стороны разогнаться. Вот отсюда. Давай, подтягивайся, тыковка, 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 подтягивайся, подтягивайся. Ведьму, 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 сейчас ведьма нас жахнет. Если мы ее не жахнем, то она нас жахнет. Так, отлично, ведьму, ведьму убейте. Ой, красавцы. Красавчики просто. Давайте, я вас верю. Фрея, ворожей. Анубиса нету, Анубиса нету, сейчас будем просто... Наверное. Хотя есть Фрея, в принципе, если она будет танчить. Но не факт, не факт. Ворожей будет сзади. Ну, если хватит от хила, то должны, по идее, затащить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ворожей давай. Вся надежда на тебя. Блин, ворожей впереди идет. Но герои не страшны. Тут больше башни вреда наносят нам. Ну, пробуем. Черепа здесь уже вообще не страшны. В принципе, я думаю, должны мы затащить. Вот так вот, ребят, бывают чудеса. Реально, просто тупо со второй тычки мы получили обалденный талант. Топовый, самый топовый талант для бездоната, для тыквы. Просто, просто кайф. Поэтому ставьте лайк, ждите следующего видоса. Всем такой же удачи. Всем пока.